Всем привет. У нас сегодня какое? 9 января, у нас тепло, блин, минус 20. Днем вообще обещают минус 12. Вытащил щегла. О, блин, потерял. Ладно. Вон они. Шугнул голубей. Да столько, вот, честное слово, месяца два вообще даже не гонял. Вот они у меня двое. И уцелевших осталось. Это бакинец. И этот. Как его? Блин, забыл этих голубей-то название. Ну ничего, вот, летает минут 10 уже. Ну они у меня двое. Здесь я еще два краснорябах этих сидят. Но они один забивается, короче, вообще не хотят лететь. Красную хорошую копчар разобрал, потом одного бакинца тоже копчар разобрал. Потом настали очень сильные холода, минус 35-40, я их не гонял. Блин, я не знаю, как крутиться, но камера вроде снимает их нормально. Зум хороший, ничего не дрожит, вот. Вот они, красавцы. Ну, я думаю, они полетят, если у меня, вы видите, погода потеплела, они моментально. Один раз как-то пытался шугнуть в минус 30 или 35, не хотят лететь, и все. Сейчас даже сами мы пошли. Я даже их не шугал, просто ледку открыл. Ну, месяца полтора это точно они сидели, вообще я их не гонял. Зачем птицы мучить? У нас тем более по ночам огромные эти, я не знаю, кто это, филины или совы, но они огромные, просто летают. Я несколько раз видел, я аж один раз ночью испугался. Что-то смотрю, пролетел, думаю, мне показалось или что. На столб села. Подошел поближе, но уже темно было. Смотрю, что-то сидит. А это, оказывается, огромный филин. Это не кошаков ночью, если какая-то кошка ночью осталась на улице, могут утащить. Ну, что-нибудь такое мелкое. Кролей, блядь, ну, у меня кролики хорошо, хоть под навесом. Кролей тоже. Ну, вот видите, вот сами летают, молодцы. Игры, правда, и вам. Во-во-во, бакинец играет стал. Бакинец играет. Ну, вроде и поднялись немного. Правда, игра у него такая, нафиг такая игра. О, о. Он же вообще даже и не думал играть, сейчас хоть переворачиваться начал. Ладно. Вот он щегол. Сейчас, думаю, вытащил его тоже на солнышко. Вот. Ну, сейчас запоет. Возможно, сниму его тоже. Но пока-то минус 20. Воробей летает, откликается. Тот Яшка-то умер, блин, жалко. Тот бы сразу бы, без базара бы сразу пел бы. Ладно, вот они, вот они. Сейчас сидите на место, сядьте. Сидят, смотрят. Где голуби? О, хан, он голуби играет, хан. Он настоящий голубей. Смотрите, как он смотрит на голубей. Он тащится от них. Хан, что голубей гонять будем? Он бежит. О, сели что ли? Сели? А вот они сели, красавцы. Ладно, потом еще шагну первый раз. Сейчас поближе сниму. За столько времени не буду мучить. Вот они. Вот эти двоих оставлю. Хан, как он тащится, когда я подхожу, где голуби. Ну ладно. Спасибо за просмотр. Всем пока. Сейчас, может, щегла еще сниму. Сейчас, если запоет, отойду отсюда. Он мне побаивается. Так, ну вот мы у кроликов. Вот они, мои зайцы. Вот. Сейчас что-то зум, что ли, большой. Короче, как я их кормлю? Вон, видите, сухари. Вот здесь разные каши. Вот они. Ну, там внутри еще спрятаны. Спрятались. Никакого сена я им не даю вообще, абсолютно. Вот видите, ни грамма нигде сена нету. Ну, не было, мне сена не заготовил. Они у меня без сена живут прекрасно. Жирные, здоровые.
овес, ячмень даю, овес. Там внутри поменьше, последний выводок. Их я не помню, сколько штук. Вот она, самка, видите. В том году она, ну-ка, отморозила себе уши. Они когда отдельно в клетке сидели, сильно холодно было, под 40 градусов. Вон, видите. Но остальные в этом году были тоже очень сильные морозы. Но так как кролики вот они в вольере, вот в этом, видимо, друг друга грели. Ту-ту-ту, все кролины нормальные. Поэтому чисто они у меня без стены. Скоро, ну, уже, сейчас еще не скоро, конечно. Ну, пойдет трава, буду потом давать траву. Сегодня только у нас 9 января. Ну, сейчас вечером, вот хлеб недоеденный. Сейчас вечером буду давать. А вот она каша, они грызут ее. Там картошка. Так, овес кончился. Ладно. У меня там щегол. Сегодня тепло относительно. Ну, что-то это не тот, это, конечно, няшка, он не поет. Так что он кролик, он вылез один темный. Поменьше. Но они уже довольно крупные. Скоро. Сейчас потеплеет, когда можно будет на улице нормально резать. Начну потихоньку резать на мясо их. Сейчас привез дрова. Сетку купил для вольера. Сейчас покажу. Сейчас, может быть, запоет тоже. Не знаю, слышно, нет, но думаю, слышно. Так, щебечет. Сейчас может будет петь он. Где? Голуби. О, сейчас. Да попробую шугнуть их. Блин, с зумом что-то не могу разобраться. Сейчас шумим. Ну-ка, минутку. Ну, рыбы не хотят. Не хочет отлетать, играет. Чает рыбы. Этих рыб я уберу, конечно, нафиг они не нужны. Потом потеплеет, когда выпущу, или кому-нибудь отдам. Ладно. Сейчас привез сетку. Вот она сетка. Это уже на вольер пойдет, попугайчник. Так, размеры, сейчас скажу. Вот размер 12 на 25, 10 метров. Привез сегодня дрова. Кстати, насчет бесплатных дров, вот я тогда видео снимал. Столько у нас, оказывается, людей. Просто ленивый, блядь. Для них даже вот то, что отдается где-то, это для них даже это, как сказать, это труд. Это не посильный труд. Да чего же есть люди ленивые? Это кошмар просто. С такими опасно даже пообщаться, блядь.
какие-то комментарии пишут. Это я у них спрашиваю, что по-вашему бесплатные дрова, как это? Никто еще не ответил, как это? Как они хотят, чтобы им привезли, вот так выложили печку, за них затопили? Да чего же, ужас, какие люди есть. Большинство, конечно, намного лучше, но есть придурки, блядь. Посылаю на три буквы и блокирую. С такими даже опасно общаться. Окружение он очень сильно влияет на нас. Если с дебилами общаться, дебилом и будешь. Таким же, блядь. Которые боятся палец на палец что-нибудь ударить. Лишнее движение сделать. Для себя же идиоты делают. Все хотят на готовое. Все виноваты, все правительство, вся страна, все, только не они, блядь. Ладно, хрен с ними, с этими баранами, блядь. Не поет щегол. Ладно, сейчас подожду, может быть. Если запоет, сниму, нет. Ладно, сегодня тепло, вот видите, одет легко. Солнце светит, сегодня прекрасная погода, выходной у меня. Хоть дела поделал дома. Ладно, спасибо за просмотр. Всем пока. Скоро увидимся. Снегири наши. Нет. Меня испугались. Сейчас вон туда сели. Ну, летели. Вот один остался. Красногрудый. А вот еще один там. Уже вечер у нас. Вот он, бурый. Вот он. Сейчас. Это бурый снегирь. Не красный, видите, он такой. Вот здесь он ест. Вот этот красногрудый. Вот они. Это сирень. У соседки семена сирени они кушают. Сирень, видите, вот она. Эти семена, они там их грызут. У них стайка была. Два штуки осталось, остальные улетели. Вон там. Вон. Сейчас ну-ка поближе. Камера не фокусирует. Ладно, улетел. Кушай. Вот так они. О, слышите, это они свистят. Они так перекликаются между собой. Ну кушать, видите. Ладно, пока.